такой комментарий выиграли, с хорошим настроением готовимся к следующей игре. Для начала по тебе еще скажи, как чувствовал себя, кстати, наверное, акклиматизация чувствовалась? Ну да, чувствовалось. Утром чувствовалось на тренировке, потом днем поспал, вроде проснулся и в таком коматозе был, потом вроде в себя пришел. На игре нормально было, старался не думать об этом и все, просто играл, нормально было. Чего не хватало команде в первом периоде? Ну, старта, наверное. Все-таки в начале матча в первой смене пропустили первый гол, и потом второй гол тоже быстренько пропустили. И, я думаю, в старте плохо сыграли. Сильно расстроился, что не удалось сделать хит-трик в концовке? Да нет, если честно, ну, конечно, было приятно, но ничего страшного. Главное, забили там гол. Если бы не забили гол, бы и потом уже бы опаснее было. Там счет 4-3. Так, ничего страшного, нормально. 4 набранных очка – это чудесное взаимопонимание с Умарком? Ну, не знаю, Уми здорово, конечно, отдает. И не только он, там у нас все звено. И классно, как бы, офигенно игралось. Уми, конечно, там офигенно отдал мне. Наверное, молодежный чемпионат мира добавил куража? Ну, где-то да, конечно. Там все равно там поиграл в маленькие площадки, там больше такой силовой где-то борьбы и атак. Ну, куража где-то тоже добавил. Многому как бы научился все равно там. После МЧМ здесь в Уфе болельщики подходили? Да, сегодня перед игрой, когда шел из дома, там пацаны перед этим входом здоровались, поздравляли, и, там, сфоткался там. Один парень очень конфеты подарил, ну, приятно.